Владыка Антоний в одной из своих бесед говорит, что Бога невозможно познать, но его можно встретить. И встреча – это узнавание, это слышание и это ответ. В другой беседе о храме Владыка говорит об иконе Благовещения, которая, как он говорит, как правило, помещается на царские врата, на алтарной преграде, в самом как бы центральном месте в храме. И это такие врата из мира дольнего в мир горний. И Владыка говорит, что вот это вот событие, это вообще центральное событие человеческой истории и, может быть, вообще жизни Вселенной. То есть, когда Мария от лица всей твари отвечает узнанному Господу. Сейчас нет времени подробно рассказывать, то есть, как Владыка комментирует вот это событие. Но несколько слов надо сказать. Владыка говорит так, что Господь создал мир своей воли, не спросив у твари, хочет ли она прийти, быть. И поэтому как бы следующее свое действие он готов был сделать только с согласия твари. То есть тварь должна была ответить, то есть должна была ему ответить. И прошли целые эпохи, да, создания мира, появления жизни, появления животных, появления человека, целый ряд цивилизаций. И вот, наконец, появляется человек, Мария, который оказывается в состоянии разговаривать с ужасным Творцом. То есть ужасным, потому что эта встреча, она для человека ужасна. И ответить более чем содержательно. Ответить так, что с этого ответа начинается спасение мира, которому посвящена эта книга. Мария говорит: «Си раба Господня, да будет мне по слову твоему». И через нее приходит в мир Спаситель. То есть, я бы сказал так, в контексте нашего разговора, Мария дает более чем богословский ответ. Вопрос мой такой. Почему так получилось, что Церковь, которая называет Матерь Божию честнейший херувим и славнейший, без сравнения, Серафим, сформировалась по мужскому типу, с большим недоверием к женщине? Почему священно действуют мужчины и богословствуют в основном мужчины? Вот как раз в этой книжке о спасении мира митрополит Антоний пишет о том, как Господь изводит свет из тьмы. И дальше, буквально спустя несколько строк, он пишет о том, как Господь изводит женщину из мужчин. Вот это такая рифма, как бы в течение текста получается как бы такая рифма, которая почти невольно возникает у читателя. Владыка Антоний, конечно, не имеет в виду, что мужчина тьма, женщина свет. Вот. Но, тем не менее, вот это вот как бы уважение и почтение к женщине, которое у Владыки Антония всегда, конечно, присутствует, оно здесь тоже проявилось. Вот это вот как бы, и, конечно, наверное, больше всего его феминизм,
проявился. Вообще, вы знаете, да, есть два великих феминиста в России. В 19 веке Достоевский, а в 20 веке митрополит Антоний Сурожский. Татьяна специалист по Достоевскому. Вот. Вот эта вот концентрация на Марийном призыве, как бы Марийном ответе, она очень характерна. Потому что, ну ведь на самом деле можно сказать, что все ведь начинается не с Марии, и это будет тоже справедливо, и даже более может быть справедливо, потому что есть Авраам и есть Иов, без которых, так сказать, и то, что сделала Мария, было бы невозможно. Другое дело, что Авраам и Иов, вот если сравнить, да, то очень интересно, Авраам на чем испытан? Он испытан на смерти своего ребенка, а не на его рождении. Иов испытан на собственном разрушении и смерти всех вокруг. А вот на рождении испытывается только женщина. И это то рождение, которое сродни испытанию Иова и испытанию Авраама, потому что это то рождение, которое ей самой грозит смертью. Как сказал Киркегор в свое время, да, Господь сказал Марии, что она родит без мужа, но всем остальным еврейским девушкам он этого не сообщил. Вот, то есть никто, кроме Марии, не знает, что она невинна в этом рождении, да, и даже Иосиф, ее муж, хочет ее, как бы, не оглашая, отпустить, но как-нибудь... Тоже, да. То есть он, конечно, благородный, но вот. То есть она-то понимает прекрасно, на что она дает свое да будет. Она же его дает вовсе не на вот это вот бытие царицы мира. Она его дает на самое страшное унижение, которое и самое опасное, как бы, которое в тот момент для женщины вообще в Израиле возможно. Ее должны, как блудницу, побить камнями, если она рожает без мужа. Вот. И я думаю, что та церковь, которая созидается, в общем-то, как храм тела Христова, да, но одновременно и место присутствия Христова, как храм, то есть как храм тела Марина. И это в христианстве осознается очень быстро. Во всяком случае, когда соборы начинают строить, они переделывают из базилик, да, то вот это вот сознание того, что то, что строится, есть тело Марии, оно уже всегда присутствует. И вот это вот созидание храма, как тело Марии, и самой церкви, как тело Марии, как место присутствия Бога, да, как она – это единственное тело, в котором присутствовал Бог. Вот. Оно как бы делает вообще всю церковь женщиной, женской. И тогда служение в ней мужчины, ну да, наверное, это вот такая необходимость пройти ту дорогу, которую женщина проходит естественным другим образом. Потому что, в принципе, любая женщина, как Мария, когда она вообще решается рожать, она тоже дает вот это вот согласие на собственную смерть, по сути. Потому что практически любой ребенок оплачен опасностью для жизни матери. Не в той мере, в какой. Во всяком случае, не у всех в той мере, в какой Богоматери, да. Вот. Но в принципе у любой женщины. То есть это христианство, к счастью, та религия, из которой вот эта вот женская ее природа фундаментальная, она все-таки неустранима. Я как-то говорила своим аспиранткам, которые переживали по поводу положения женщин даже в современной церкви, ну, понимаете,
как бы для того, чтобы дойти до того уровня, на котором вы уже находитесь, говорил я, и мужчинам нужно долго упражняться. Поэтому, как бы, вот, да, церковь – это вот место упражнения мужчины. К сожалению, потому что мне кажется, что история мира была бы другой, если бы мы сразу услышали вот этот вот призыв Христов, который потом был повторен апостолом Павлом, да, что во Христе не есть ни мужчины, ни женщины. Вот. И в принципе мужчина и женщина – это друг для друга идеальные другие. Вот те самые другие, о которых все время говорит митрополит Антоний, да, как о те, кого мы должны наконец увидеть. Потому что, с одной стороны, это нечто, что на нас совершенно не похоже, а с другой стороны, ну, потому что, ну, женщины более или менее все похожи на меня, так или иначе, да, мужчины все похожи на тебя, все равно, вот как они. Вот. А вот мы совершенно друг на друга не похожи. Но одновременно именно мужчина и женщина – это те, кто могут соединиться вот в эту вот единую плоть, да, вот в это несленное, нераздельное бытие, которое, по сути, осуществляется в Святой Троице. Вот это, у нас нет другого образа неслиянного и нераздельного существования, кроме как вот этого брака. Вот. И поэтому, конечно, церковь, она все время как бы болеет, потому что у женщины там нет ее настоящей функции и роли. И будет болеть, пока этого не произойдет. Вот. И будет болеть, и нам периодически будет стыдно за то, что мы христиане. Вот. И что с этим делать? Я думаю, что только одно, вот так вот, видеть другого, да. Потому что действительно, вот было же сказано очень хорошо, что вот это странное и вызывающее название «Спасение мира», оно как бы бьет по глазам в первый момент. А вот на самом деле, что такое спасение мира? Спасение мира – это жить свою жизнь. Только именно свою жизнь, потому что мы же очень часто, то есть почти никогда не живем свою жизнь. Мы живем чью угодно и какую угодно, и кем угодно навязанную, но мы не живем свою жизнь. Вот эта вот способность жить свою жизнь – это, по-моему, самое великое, что вообще показал митрополит Антоний в течение своей жизни. Вот, причем, вот опять-таки на нем очень ясно видно, что жить свою жизнь – это очень часто практически как в обыденном смысле не жить своей жизнью, да? Потому что, собственно, его жизнь – это постоянный выход навстречу кому-то. Это постоянное участие какое-то в его жизни, наоборот. Вот. А оказывается, это-то и значит проживать свою жизнь. То есть быть вот в этом состоянии готовности в любой момент видеть, где ты и с кем ты на самом деле. Вот. Он очень часто говорит о том, что мы очень мало бываем в моменте здесь, да, мы все время либо в прошлом, либо в будущем, и мы вот так вот размазываемся по этой вот линии времени, мы никогда не концентрируемся, мы все время упускаем вот этот момент, который нам единственный дан как момент нашей жизни, как момент нашего, ну, в том числе и возможного выхода в вечность. Потому что это единственный момент, в котором мы реально что-то можем сделать и с собой, и с другим, и с вечностью, и со всеми. Вот. Но мы его постоянно теряем, потому что мы убегаем либо вперед в мечтах, либо назад в воспоминаниях или сожалениях. Вот. А митрополит Антоний – это человек, который все время умудрялся быть здесь. И вот это вот, как бы, вот этот очередной парадокс, а он тоже все время говорит о том, что христианство – это парадокс, и
ничего другого вообще, да. Вот. И вот этот очередной парадокс, да, проживание, во-первых, спасение мира есть проживание своей жизни, а во-вторых, проживание своей жизни – это как бы, по видимости, постоянный отказ именно от своей собственной жизни, да, и постоянное соучастие в чьей-то еще жизни. Вот. Он и есть вот такой вот типичный христианский парадокс, в котором только и выражается истина. Вот, вот это вот пребывание здесь сейчас, взгляд на другого как на возможность, вы очень хорошо об этом сказали, да, на человека надо смотреть так, как будто на вырост. Это вот. Франкл сказал, на самом деле. Ну, это не только Франкл, об этом очень многие об этом люди много говорят. Да, да. Да. Вот. Но сегодня об этом замечательно сказали вы. Я просто вот их соединила, два этих имени. Вот, и вот эта вот идея человеческого роста, она, наверное, применима и к вот этой вот проблеме, так сказать, к проблеме полов, да, мы можем смотреть тоже и на другого, в том числе женщины, на мужчину, как на того, кто все-таки способен вырасти наконец-то. Вот, и очень бы хотелось, но мы еще подождем. Вот, но и мужчина должен быть способен смотреть на женщину, как на того, кто способен вырасти, потому что я думаю, что главная беда христианской культуры в течение многих веков была вот этот вот взгляд на женщину как на существо, которое именно что уже все здесь состоялось. Я недавно читала в Фейсбуке изумление одного моего друга давнего, что вот вообще последний книги, которые он читал, и которые его действительно захватили, заинтересовали, и вот он может их вообще всех все перечислить, но, простите, они все написаны женщинами. Угу. Вообще, что происходит? Что вообще? Где? Вот. И, по-моему, это замечательно, потому что вот сейчас, как только произошло вот это вот раскрытие, хоть немного тех железных цепей, которые буквально сковывали, вот, ну все, да, ведь женскому образованию-то чуть больше 100 лет. И то еще там, если мы 100 лет назад берем, да, то это совсем единица. Вот, то есть, не, ну 150. 150 все-таки, да, ну, там, где единицы. Какие-то нерушимые формы, вот. Может быть, раз и навсегда. Вот, да. Нерушимое место. Именно, да, то есть у женщины в универсуме была вполне определенная позиция, и не дай бог ее было покидать, потому что сразу начинались проблемы. Вот, а вот теперь, слава богу, все меняется. Не прошло и 2000 лет с момента провозглашения того, что так и должно быть. И, наконец, все поменялось. Вот. И, опять-таки, мне кажется, что митрополит Антоний удивительно важен для нас сегодняшних именно тем, что для него как раз человек, в общем, не имеет пола. То есть он, когда смотрит на человека, он видит именно человека в его глубине и в его возможностях. Он не видит мужчину или женщину, он не видит какого-то обусловленного пути, обусловленного вот этим вот социальным, половым или прочими обстоятельствами, которыми социум обусловливает человека, которыми социум, так сказать, заковывает человека, заставляя его двигаться по определенным колеям. А он все время видит вот эту вот бесконечную возможность. Вот. Я думаю, что если мы научимся видеть друг в друге бесконечные возможности, вот, то как бы все поменяется. И, может быть, нам, наконец, не будет стыдно за то, что мы христиане, кстати. Спасибо. Вот. Не знаю, если у нас есть немножко еще времени, тогда я бы предложил нам всем дерзнуть и поговорить немного о способе благословствования. Митрополит Антоний.
потому что он, мне кажется, тоже необычный. Вот. У меня как-то возникло такое наблюдение. Я почти одновременно прочитал лекции Юрия Борисовича Нарштейна «Снег на траве», посвященные просто как бы, ну, мультипликации, анимации его родной стихии. И книгу Владимира Бибихина. И вдруг оказалось, что в какой-то момент, это лекции, это просто лекции, в какой-то момент, когда один и другой входит в какое-то такое вот разогретое состояние, в полноту какого-то вот мышления вслух, меняется природа вот этой речи, да? То есть какое-то лекционное сообщение превращается в поэтическую речь. То есть степень концентрации, степень какой-то связанности всего со всем, да, то есть происходит какое-то вот преображение, превращение. Да. Потом это как-то отступает. Да, и, то есть я даже такой эксперимент произвел. Я взял вот эти вот отрывки и их как-то графически выложил. Да. Вот. Ну, с Владимиром Вениаминовичем мне не получилось поговорить, а Юрию Борисовичу я этот опыт рассказал. Он сначала смутился, а потом, в общем-то, как-то этому обрадовался. Вот. Принял вот такое предложение. Вот. И мне кажется, что вот Владыка Антоний, он делает примерно то же самое. У него есть... даже вот в этой книге есть размышление о том, что, то есть он говорит о том, что он часто сравнивает Бога с огнем или с солнцем. Он говорит, что мы не можем войти в солнце, да, но мы можем его видеть и можем испытывать тепло, воздействие на нас. Да? Вот, но находиться в солнце не можем, то есть мы сгорим. Но в двух местах он говорит другое. Он говорит о том, что он говорит о купине неопалимой, о том, что вот есть купина неопалимая, и сравнивает это с человечеством, да, которое горит вот этим божественным огнем и не сгорает. Еще у него есть пример о клинке, стальном клинке, который погружают в пламя, и в какой-то момент клинок из холодного серого становится огненным, пламенным. И он говорит, Владык говорит, что можно резать огнем и жечь металлом. Вот. И еще он говорит, когда он вспоминает, как бы приводит пример беседы Серафима Саровского с Мотовиловым, он говорит очень важную вещь, что Мотовилов, изумленный сиянием старца, говорит, я не могу на вас смотреть, потому что вы... так вот ослепительно сиять, а тут ему отвечает, что если бы ты сам в этот момент уже как бы не приобрел это качество, ты бы не смог действительно на меня смотреть, ты бы ничего не увидел, да? То есть, как бы вот есть вот это обязательно передача огня. То есть сначала человек, говорящий, воспринимает этот огонь, да, божественный, и затем он передает его нам. И то есть и мы в какой-то момент, да, мы не просто слушатели, мы не анализируем то, что говорит нам докладчик, да, или лектор, да, а мы каким-то образом входим с ним в какое-то общее состояние. То есть и это больше сродни не научному какому-то, да, сообщению, да, а тому, как действует для человека искусство. Вот тут, Дмитрий, да. Тут еще тоже такое сравнение, я когда встречалась, тоже думаю, ну да, огонь, а отойдешь от него и замерзнешь совсем. То есть ты можешь приближаться, можешь уносить, пока в тебе в самом этот огонь уже не поселится. А если он не поселится, до тех пор так и будет, что отошел немножко и уже совсем про это даже и забыл, что есть там теплое место. И так и мерзнешь.
еще вот это тоже. И еще, знаете, вот какое, когда про владыку думаешь, он к тому поколению относится, и про папу, вот когда я думаю все время, которые прошли через общий ужас, когда люди соединенно могли всем телом как бы переживать. И они вот этот огонь, это тепло поддерживали сообща все. Вот сейчас этого нет, в какие-то, может быть, моменты все говорят, вот, войну, общее горе было, там, общее, примерно то, о чем вы говорите, да. Когда у вас приходит похоронка, у вас, у этого вообще пропал человек, или же время сталинское, когда у всех в семье кто-то был... И вот это вместе, особенно в войну, наверное, да, когда и дети гибли, и все, как они могли это пережить, люди? Вот мы сейчас из своей раздельной жизни, мы думаем, как? Хотя наше уже вот там, послевоенное время без войн не обходилось, тоже были и страшные горе, и все. Но если объединены афганцы между собой, и все, кто, или нордостовцы, они вот это тепло поддерживают сообща. На что они уповают, и что источником этого тепла. А у нас сейчас получается, что очень трудно аккумулировать каждому и потом передавать. Вот тоже, это его большая очень уверенность, что каждый может нести, почувствовав в себе эту искру, может нести. Это его такая уверенность, владыки, что может каждый на самом деле, да? И поэтому еще очень большая какая-то такая... Это вдохновляет, что каждый может на самом деле найти в себе это тепло и все время его держать. Ну правда же может. Правда. Вот верим в это ему, через него это очень верится. Но владыки совершенно замечательный, известный рассказ о том, как он разговаривал с хиппи или со студентами. Было очень холодно на улице. Они, как европейцы, англичане, стояли очень разрозненно, по одному, на такой дистанции друг от друга. Вот. И он их стал учить, что вот бывают такие времена, когда людям нужно собраться, вот, и вы, пожалуйста, попробуйте это сделать. Вот. Приблизьтесь, как бы соберитесь в некую такую вот общность, вот, и те, кто внутри согрелся, могут переходить к краю и таким образом, в общем, обмениваться теплом. То есть это для владыки это был совершенно осознанный опыт. Да, бездомные всегда. Ну, конечно, у него художественный метод. И для меня он просто большой поэт. Хотя я не знаю, срифмовал ли он. Дима тоже эту линию как раз ведет, что он поэт, конечно. Но дело в том, что, значит, готовясь к выставке в Риме, значит, я имел счастье вместе с моими студентами, дамы и не только, готовить какие-то фрагменты. И вот было ужасно интересно, как после первого чтения кто на что обращал внимание. Все совершенно снайперски обращали внимание на образы. Образ паруса. А что когда нет ветра, когда нет веры, тогда он болтается как тряпочка, и тогда вообще он никому не интересен. Но если есть вот этот вот тяга, если есть уверенность, то тогда он, ну, понятно, что делает парус. Потом совершенно замечательное место, когда он говорит о том, какова должна быть рука человека, что она должна быть гибкая, что она должна быть вместе с тем удивительно прочная. И дальше у него образ перчатки. Вот во время хирургической операции, если у тебя перчатка такая тонкая и гибкая, то это хорошо. Если она у тебя толстая, то ты ничего не сможешь делать. И вот какие-то мелочи, которые у него разбросаны между основными понятиями, они действуют, ну, прямо вот куда-то сюда, в подсознание.
И было ужасно интересно смотреть. Потом, значит, эта выставка, когда уже была почти готова, ее в разных городах ребята взяли разные темы. И в Ориготе это все было сведено вместе, и все, значит, обсуждали, какой у кого образ митрополита Антония. И было ужасно интересно слушать, но так, как будто бы они говорили о каком-то большом поэте. Вот. Так что я была просто счастлива, что я в этом тоже принимала участие. И потом выставка в Римени, которая посетила какое-то необыкновенное количество итальянцев, вообще слыхом не слыхавших о митрополите Антонии и не очень интересовавшихся там православием. Ну и ребята наши вели экскурсии совершенно замечательно, и это было очень здорово. Конечно, он совершенно художественный человек. И это просто свойство первой эмиграции. Это свойство той культуры, которую мы потеряли. И, к сожалению, это, я не знаю, насколько это восстановимо, и может ли это быть или нет. И многие вещи, они просто совершенно... Можно я тоже про своего папу вспомню. Папа у меня был инженер-химик. Но всю русскую поэзию я знаю с его голоса. И всегда поздравления от Деда Мороза в стихах писал единственный инженер, а все остальные филологи только, значит, получали. И еще какие-то мелочи, которые, ну, составляли быт, составляли уклад. Вот это тоже предстает, потому что митрополит Антоний необыкновенно открыт и искренен. Он совершенно не старается там встать на катурны и показать что-то больше, лучше, там, так, как хотелось бы кому-то. Он абсолютно предельно искренен. Это удивительная мемуарная литература. Это то, почему можно было бы восстановить русскую культуру, какой она была в 20 веке, в той половине. У меня дочка и зятя очень дружат с детьми из первой эмиграции. И вдруг в какой-то момент выясняется, что русское многоголосие пение не духовное, а вот обыкновенное светское. Оно не уступало грузинскому. То есть и такого полка, и сякого полка, и чарочку, и пятое, десятое, и они так на нас смотрели, ну что же вы ни разу не слышали, но постепенно стали изучать. Ну это, конечно, все очень такие трагические моменты. И митрополит Антоний просто вот тем, что он в этом рос и передал, очень должен сделать многое там. Я думаю, что способ богословствования митрополита Антония, собственно, единственный, который возможен как способ богословствования. Это богословствование собственного опыта. Потому что и в этом смысле, конечно, это то же самое, что искусство, потому что искусство – это тоже нечто, что возможно только из собственного опыта, потому что искусство – это, собственно, способ передачи опыта. И ничего больше, именно опыта, а не знания там, да, абстрактного, отвлеченного и так далее. И богословие – это тоже передача опыта. Поэтому богословов так мало, а много историков богословия. Вот. То есть, собственно, в этом смысле он не отличается от любого другого богослова. Ну, скажем, не там от Симеона Нового Богослова, да, не там, ну и так далее. Вот. То есть вот эта вот способность в собственном опыте находить вот эту вот бесконечную глубину, в себе самом видеть вот это вот сияние божества и, соответственно, в результате этого видеть его в любом другом человеке, в каком бы состоянии там это сияние не было, даже если оно совсем почти угашено. Но оно до конца никогда не угасает, потому что Господь обещал, да, Он своих обещаний не нарушает, а Он сказал, все стою у двери и стучу. И ежели кто откроет, войду и буду вечерять с ним, да. Не откроет, продолжаю стоять и стучать.
Вот, то есть вот эта капля, вот это вот последний бастион, что ли, он всегда в человеке сохраняется. И это то, что всегда можно раздуть. Поэтому я не верю в разговор ни о каких безнадежных утратах. Я думаю, что не бывает в человечестве, пока оно вообще живо, никаких безнадежных утрат, потому что в той или иной форме все возрождается, и оно как бы вот все то лучшее, что человечество накопило, оно в человечестве уже неистребимо, как вот этот присутствующий опыт. И мне кажется, что митрополит Антоний именно потому так захватил сердца очень многих и многих, причем людей все, как бы, в тот момент, когда они начинали его читать, далеких весьма от церкви очень часто. Вот. И митрополит Антоний может очень нам помочь в нашей нынешней ситуации, когда мы не знаем, что нам делать с нашей церковью и с нашим отношением к ней. Вот. И помочь найти вот этот вот, так сказать, вот эту вот точку сообщения внутри себя, вот этот вот огонь внутри себя. Потому что в конце концов, да, и Царствие Божие тоже внутри нас. Вот, то есть это вот это вот богословие, это просто, ну, нет ничего сложнее самого простого, да? Это просто обращение к глубине любого встреченного человека. И опять-таки богословство своим опытом, он одновременно активизирует тот опыт, который уже переживал этот человек. То есть он заставляет его, вот этого встреченного человека, да, посмотреть на свои собственные опыты, на свои жизненные ситуации совершенно другим взглядом и опять-таки совершенно другим углублением в них. Потому что когда человек через свой опыт показывает, что, как бы, какая глубина, какой размер на самом деле этого опыта, то человек, который на это смотрит, начинает переосмыслять свои жизненные события, меряя их вот этой вот глубиной, может быть, впервые. Может быть, впервые связывая их в некую линию пути, может быть, впервые видя, насколько и в каких неожиданных местах к нему обращались, а он, может быть, не слышал. Вот, потому что к человеку уже все время обращаются. Вопрос в том, насколько он в этот момент оказался присутствующим в себе самом, чтобы вот это вот обращение уловить. Да? То есть мне кажется, что митрополит Антоний не просто богослов, а он богослов, который всех вокруг делает богословами. Вот, потому что он показывает, как иначе можно увидеть. В ином свете можно увидеть обстоятельства самой обыденной жизни и свои собственные, и всех вокруг. И таким образом он показывает, как никто не исключен из этого круга богообщения, богопознания и богоприсутствия. Но если есть еще немножко времени, если есть... А у кого ты все время спрашиваешь? Да. У наших слушателей. А может, у них есть какие-то вопросы по этой книге вообще? Мы можем сейчас поступить двояко, попробовать ответить на какие-то вопросы, если есть, да? Или же вот, опять-таки, по слову Владыки, да, сказать... Вот мы сейчас читали эту книгу, вот что просто вот сейчас вот ударило в сердце? Вот, да, это вот очень хороший тоже вариант. Что ударило в сердце именно сейчас? Потому что, ну, это и с книгами Владыки, это, в принципе, с каким-то глубоким сообщением, так бывает, в разных состояниях тебя разное ударяет. Вот, может быть, коротко как-то мы скажем. Кто готов, просто нельзя по порядку. Нет, ну для меня, конечно, это его понимание Марии и расширение вот, действительно священства церкви, то, о чем он там говорил, и это в этой книге совершенно удивительно. Ну, это для меня было главное. Да, ну, это да, это правда. Да. Очень здорово. Ну, а потом там он начинает с того, что читали Андрея Крицкого.
И вот мы, говорит, прослушали, и все он нам рассказал, с чего началось и к чему привело. Вот. И дальше начинается эта книга. Вот о том, к чему же мы пришли. И что дальше. И вот как это расплетать. И главное, что это бесконечное, не просто богословие, а такое дается бесконечная дорога, расширение этого богословия. То есть нигде не будет конца. Мы можем с любого момента присоединяться и дальше двигаться, и развиваться. И это, вот это очень обнадеживает как-то. Нет, безусловно, нет без выходных ситуаций. Как бы ни был мир чиорен, все равно, потому что он жив. Все живо. И без конца будет живо. И с нами Бог. Вот это правда. Так. Я на самом деле две странички себе исписала, как раз когда сюда шла, не надеясь на свою девичью память, вот, тем, что поразило наиболее. Но я не буду все две странички, потому что я еще на каждый же пункт могу еще наговорить кучу всего. Вот, я скажу действительно о нескольких только из этих вот 10 пунктов. Вот, то, что было именно, может быть, самым актуальным вот сейчас, это то, что я выписала последним, это когда митрополит Антоний здесь говорит о заповедях. О заповедях как о вести, о нашем истинном образе. А в то время как мы все время их понимаем как некий свод установлений, как некие законодательства, да, которые вот необходимо выполнить, которые хорошо бы как-нибудь облегчить, потому что ну кто ж вообще все это непонятное сможет вообще делать в своей жизни, непонятно ни почему, ни зачем, ни для чего и так далее. И он говорит о, в общем, как бы глубокой неправде вот этого понимания, а это понимание, к сожалению, оно же не просто так у человека возникает, оно, в общем, транслируется. Оно транслируется в том числе, опять-таки, и церковью, в которую мы приходим, и которая, прежде чем объяснить смысл, вот то, что делает как раз митрополит Антоний, да, объясняет, что нужно делать для достижения этого смысла, забыв сказать о том, куда идем вообще, и что, собственно, за счет этого, что должно произойти. Вот. И вот отсюда в результате, вместо того, чтобы устремиться к собственному идеальному образу, да, мы начинаем выполнять неизвестно для чего, неизвестно почему, навязанные откуда-то извне, да, на нас навлеченные вот эти вот правила. Вот. И мне кажется, что это, конечно, самое важное, может быть, для именно сегодняшней, ну, вообще, наверное, для любого вот времени церковной жизни, вот это понимание того, что цели, а что средства. И не смешивание вот этих вот целей и средств. Да, да? И мало того, может быть, даже в воспитании христианина, да, вообще ничего не говорить о средствах, потому что мы сейчас о том, что надо поститься, сообщаем, а о том, для чего надо поститься, забываем сообщить. Вот, так вот, может быть, вообще ничего не говорить об этих вот средствах до тех пор, пока он сам не спросит, пока он не придет, не скажет, да, я хочу быть вот таким, а как? Вот, и пока этот вопрос не родится, наверное, это просто должно быть как-то вот держаться в какой-то тайне. Это то, что должно сообщаться только по жгучему требованию. То есть каждая практика, которая тебя движет к вот этому твоему образу, она должна выдаваться вот в ответ на этот жгучий запрос, а не как некое превентивное правило, когда ты еще не понял, к чему ты вообще хочешь двигаться и хочешь ли ты туда ходить. Вот. Мне кажется, что вот это вот, а это здесь почти как боль высказана, да, вот эти вот, то, что заповеди воспринимаются как наказание, вместо того, чтобы восприниматься как помощь вот в этом движении к себе самому. Мне кажется, что это важнейшая вещь. Вот. И еще вещь, которую я просто
не могу элиминировать, но некоторые просто, я о них всегда говорю, об этих пунктах. Вот. А вот есть еще одна тоже вещь, которая очень идет к тому сегодняшнему дню, когда мы собрались, да, и который, собственно, Рождество Господне. Вот. И это то, что митрополит Антоний опять-таки не устает повторять. Это удивительно несходство наше со Христом в одной вещи. Потому что вот этот праздник Рождества, который для нас как бы такой праздничный, он ведь на самом деле в каком-то смысле очень страшный праздник. Потому что если человек, говорит митрополит Антоний, да, приходит в эту жизнь из небытия для того, чтобы дальше возрастать в бытии, то Христос приходит из бесконечного бытия, да, из абсолютного бытия, в это ограниченное бытие для того, чтобы дойти практически до самого конца, да, до самого низа, до небытия в какой-то момент, почти до вот этого, как бы, вот этого вот начала тления, да, он погружается, как бы, это тот момент, когда вот это вот сияющее, бесконечное, огромное, начинает себя резко умалять и входит вот в этот вот тленный мир, погружается вот в эту вот страшную ограниченность, потому что я даже боюсь сказать, сколько должно быть измерений у Бога, который он должен вместить в эти наши три, да, потому что даже не четыре, потому что даже область времени для нас закрыта как область самостоятельного движения, да, а это только принудительное движение. Вот, то есть так резко сократиться, чтобы вот вместиться вот в эти вот пелены, да, и эти пелены, они же вот ведь и здесь тоже замечательно нарисованы, они же нарисованы как гробные пелены уже. То есть уже в момент Рождества уже вот эта вот смерть, как бы она присутствует. Вот это вот, вот этот вот кошмар Рождества, вот это вот, так сказать, надевание, да, вот этих вот оков тварного мира на Бога, вот это же совершенно, наверное... Мария, вероятно, уже это осознавала, что если это Господень, Сын, то это уже особенный путь, и она уже, я понимаю, да, когда делала. Мария это осознавала, да, да, да и Христос осознавал, да, что он делает. И он же вот здесь вот лежит, да, да, это гробные пелены, но это одновременно, ведь и гробные пелены, да, они же у евреев по типу египетскому, это одновременно куколка, та самая куколка, из которой вырастет новая жизнь. И он здесь и лежит, с одной стороны, уже на ложе смерти, а с другой стороны, вот в этом вот, вот в этом вот покрове куколки, которая личинка вот этой новой жизни, которая все должна здесь переработать, начиная с вот этой вот черной пещеры, да? То есть вот это вот противодвижение наше и Христа, которое все время отмечает митрополит Антоний, оно, как бы, мне кажется, к размышлениям о том празднике, который вот сегодня празднует большая половина человечества, большая половина христианства, да, они очень бы шли, потому что мы радуемся и за нашей радостью забываем вообще страдания и страсти, которые начались уже в этот момент. Ну, есть и две традиции. На самом деле, западная традиция именно радости. У них изображение часто и средневековое, и позднее, особенно возрожденческое, что это в развалинах царя Давида дворце, что, помните, Гуго ван дер Гус, по-моему, лежит на полу, вообще он, младенец, лежит на полу и освещает такое огромное пространство светом своим во дворце. Он как бы самый главный такой сияющий кристалл внутри вот этого дворца. И у них радость, что пришел Господь. Но традиция в возрожденческой живописи уже появляются эти мертвые младенцы. Да, да, да. Причем все, буквально все мертвые, идет зелененькие, как бы две да. Вот эти, я просто говорю, две как бы идет линии. А другая линия такая еще древнеегипетская, как бы, что это зерно, изображение в пещере,
что на иконе на российской, что это обязательно пещера, вертеп, и внутри пещеры, как будто внутри земли, он сокровенно, как зерно посаженное, и он прорастет, не умерев, не даст жизнь. И вот это, и у меня тут как раз все соединено тут. У меня имена имеют все вместе. Каждый имеет имя подписанное, и все соединилось. Не просто эти волхвы, скачущие на лошадях. Вот, да? Ну и можно скажу еще об одной вещи, потому что я ее просто, я о ней все время говорю, но я ее так люблю, что я и сейчас не могу сказать. Это, мне кажется, у митрополита Антония вот самое необходимое вообще современному человеку. Это его постоянное слово о том, что человек – это глава и опекун, а не владелец, не потребитель, не пользователь, да, вот этого мира. Что как бы вот это вот задание человека – это вывести тварь из того состояния, когда она стенает и мучается до ныне. Да, вот как бы восстановить вот это вот, вот этот вот смысл человеческого бытия в мире, когда человек – это кормилец всех, когда вот, вот он восстанавливает вот эту вот духовную, духовный мост, да, и когда полученное вот таким вот образом, он скармливает тем, кто вокруг него, а не отжирает, наоборот, от них вот эти вот куски или даже просто вообще все их тела, да, и от земли вот эти вот уже тоже куски. То есть когда человек, он все время напоминает о том, что человек-хищник – это самая дальняя антитеза тому человеческому призванию, которое на самом деле есть. Что человек-пользователь – это самая дальняя антитеза человеческому призванию, которое есть на самом деле. Что человек-потребитель – это самая дальняя антитеза тому человеческому призванию, которое есть на самом деле. И вот если бы мы, ну, хотя бы иногда вообще об этом вспоминали вместе с ним, я думаю, что это тоже было бы большое человеческое счастье. Там такие слова есть о беспомощности. Церковь должна быть беспомощна, так же, как Бог. Потому что мы настолько свободны, человек, ему дана такая свобода действий, вот то, о чем вы говорите, что он должен все менять, он. И вот эта мощная сила, вот все это в конце подходит к тому, что ну, в наших силах не церковь нас изменит, нет, а мы изменим. Не Бог не может за нас все сделать, это мы делаем, а Он наблюдает. Он нам дал самое главное – дыхание жизни. А дальше действуйте, вы бесконечны, вы можете все развивать, вообще все. И вот, вероятно, такая у него была вера в человека, да, у него, что он это все видел, прямо над нами орел уже возможностей, прямо мы все светимся этой возможностью. И что же мы теряем? Мы выходим на улицу, и все. Чем дальше от этого, ну, значит, надо читать, что ли, каждый день его, ну, вот как, приходим к тому. Надо позвал Евангелие читать. Да, ну, тоже вариант. Я коротко скажу о том, что меня как бы ну, давно, конечно, поразило, но сейчас вот размышляю об этой встрече. Меня как бы поражает то, что Владыка разделяет, различает райское место и Царство Божие. Да. Это для меня было просто каким-то открытием какой-то для внутренней свободы. Что ну, мы все как бы переживаем, как бы сокрушаемся о том, что мы не можем вернуться в какое-то место. Да? Даже, может, оно не было абсолютно райским, да? Но, тем не менее, это место, где была целая семья, были родители, там, да, вот, была какая-то чистота отношений, она нарушилась. И мы понимаем, что вот родители умерли, там, мы с кем-то поссорились, да, там, разошлись, и мы просто не можем туда вернуться. Да? И вот эта невозможность, да, она, в общем-то, угнетает и лишает сил.
И духовный лидер говорит, что мы, собственно, не призваны возвращаться в рай. Рай – это место невинности. Это вот как, собственно, такое вот дарованное место. Да? Как колыбель. Да. И что человек, ну так уж сложилось, он выходит оттуда. И, собственно, он должен двигаться. Есть направление, он должен двигаться в Царство Божие. Да? Вот. И что для этого нужно? Для этого нужно, собственно, принимать какие-то... не знаю, как сказать, не формы, да, а освящаться, то есть становиться святыми, вот, и делать это сообща, и делать это в церкви, и делать это как-то осмысленно, да, делать это, читая Евангелие, читая Владыку Антония. То есть тут есть и целеполагание, и есть, и, в общем-то, и есть какой-то и способ. Вот, и здесь есть надежда и возможность. Есть возможность. Мы можем двигаться по этому пути. Вот, приходить вот в это другое место. Классно, как подошли. Много, да. Много возможностей раскрыли. Это как наши слушатели, ценные наши слушатели. Если есть какие-то вопросы у слушателей... Или ответы. Или ответы, да. Вот у меня есть. Вот эта книжка есть еще у вас? Или это давно? Это моя. Да, я понимаю, что просто я ее пропустила вообще. Да, эта книга вообще в магазинах продается. Но она, по-моему, даже в Косьме есть, да? В храме Косьмодемьяна. А, это перевод с английского. Да. Вот, и тут перевод Ольги Осенцы такой. Вот сейчас только, да. Только сейчас она ведь на вышла недавно, да, в этом году? Не очень давно. Угу. Ну, не надо. Здорово, да. Ну что, тогда спасибо всем. Спасибо. Спасибо вам, что вы в такой... Хочешь сказать, метельный день. Да, мы все вдруг... Не заблудились совершенно. Бедная Марина, что сейчас будет.